умовою ліцензії є те, що там вказується автор, і при подальшому розробленні, якщо зацікавила ця схема, на автора посилається, з ним можна зв'язуватися. Достатньо того, що вільне апаратне забезпечення є, йде по, ну, по ліцензії, є те, що копія ліцензії знаходиться в цьому самому файлі чи там архіві разом з відкритим апаратним проєктом. Висновок, ми створили систему для оптимізації фізичного експерименту на основі мікроконтролерів. ПСОК-3, ну, переваги тих, що мікроконтролери є, що крім них ми поки що не використовували більше ніяких модулів окремо. Звичайно, якість, ну, потужність цієї системи є невисока, але на основі цієї системи можна створити все, різні лабораторні практикуми, в яких студент в залежності від завдання буде сам вибирати, які прилади йому потрібно. Ну і зручність, це використання USB, ну і доступ, це те, що кожен бажаючий може долучитися до розроблення нових модулів. Проект Cypress дозволяє використання, ніби вся документація, всі програми розробки знаходяться в вільному поширенні. Ну, проблема хіба з апаратними частинами, бо самі мікроконтролери, засоби розробки, то є все-таки платні. Безплатно нічого не надо. Питання. У мене є коротке таке дуже питання. Може, якщо тут є такий сайт, бо OpenSportWare, таке, це воно є, це воно. OpenSWR. Це воно є. Так, ще там ми ще наш проєкт не закинули. Семестр, як відомо, спорочений. Я просто чи то саме. Так, це саме, ми плануємо також там розмістити наш проєкт в найближчий час. Дякую. Дуже дякую. Карагода Стальбовська, перспективи розвитку свободного програмного забезпечення білоруських Сьогодні у вас прибіжка безкоштовно. Посюджується по ліцензії GNU Public Licensed Version
серед. Тільки останні краси цікаві шовка тримати, то інформацію треба змусити зараз трошки прозимою. І вони знесуть. Еколіптус є ще одна платформа для побудування облоку. Своє Private Cloud побудування на цій платформі тільки буде компанії як Sony, Puma, NASA, Trendmic, Mitre and інші. Існує дві редакції Eucalyptus – грошова і безкоштовна. У цих версіях фільми значно відрізняються функціонал. Основна вартість, яку повинні спробувати донести до користувачів, це те, що його IP-центром змішання з Amazon. Eucalyptus підтримує три гібриди – Xen, KVM і SCI. SCI підтримується тільки в Enterprise-версії. Тому треба значити, що безкоштовна версія, на жаль, не вельми активно розвивається. OpenStack 2016.3 это платформа с открытым исходным кодом для выполнения блоков. У него выходят три продукта. Это новая изоляция аналог Amazon ES2, Swift, Swift это аналог Amazon S3 и Glance. Это сервис для выполненного образа. Сегодня новое потребление на высоком уровне два гипервизора КВМ и XEN. Эта платформа только развивается и лица великих функционалов. Лишь в тот час мы после собой великую вспомнить и потребуем по других корпораций как Cisco, Dell, NASA, Intel, AMD, Celtix, Rackspace, RightScale. И заявляется полностью бескоштовно. В межконференции BBDC 2011 компания Apple выдала iCloud. Это набор готовых услуг, прослушанных с задатками для iPhone, iPad, iTouch, Mac, Apple Watch и компьютеров. Такие отзываются интернет заховывать с места в iCloud. А так само передать информацию в виде пуш подъявления на иши глазу пешнурового разрешения. Windows 5 SkyDrive безумовно пешнурного по померу диска просторы. Я позволяю корыстанникам занимать 25 гигабайт и подъявлю разных форматов. Компания Canonical дала на корыстание Windows Server всего популярных корыстанников блоковой послуги заховывания данных Ubuntu One, якая не была достигнута только корыстанникам Ubuntu, Android и iPhone. В вынику удальники Windows персональных машин так само отримали возможность бескоштовно заховывать там до 5 гигабайт онлайн-дайзинах. И это далеко не полный список всех бескоштовных сервисов и подкроют сегодня компании своим корыстанникам. Большая часть этих компаний выкроют только частку своих ресурсов для бескоштовного корыстания. Большая часть для знакомства и основной мощности и функционала. Конечно же, это время упаковывает на студенты белорусских НУ. Потому что, например, для того, как написать свой проект, треба шукать либо бескоштовный сервис, либо гроши со своей кишени. И это является вельми незручно. Дякую за увагу. Есть белорусские облака в семье? Нет. Кто из вас это main idea? То есть тому это и есть основная тема. То есть мое питание теж. Какие цели ты величаешь в Беларуси? Білоруська має заважено. Таке вилічування чого? Для розробки білоруських, не за білоруських безкоштовних групов, щоб можна було білоруським студентам безкоштовно використовувати і заховувати там свої дані, але ж, наприклад, для розпрацовщиків тисяч свої, наприклад, додатки які не розрішають. Для навчання? Ну, для початку, для навчання, а потім вирішають більше, більше політикальних. Дякую. Я потім. Толярчук, Шувар, Продивоз, організація. Так, я їх на завтра приношу. Ми їм винесемо м'ясо, чорне м'ясо. Алексєєв, Чеснокова. Савченко. Про досвід використання компілятора GCC.
та технологія Open MP при розв'язанні задачі з чистого лінгва. Алексей Евгений Ростиславович, Хохова Алексей Александрович, Чеснокова Оксана Витальевна. Хотелось бы рассказать об использовании компилятора GCC и этого стандарта для распределения OpenMP при решении задач вычислительной математики. Вычисления при решении задач вычислительной серьезных математических и инженерных задач, даже с применением серьезных КВМ, иногда заменяют очень много времени, так как они часто сводятся к вычислению сложных математических функций и к операциям с матрицами очень больших размеров. Высокопроизводительная вычислительная техника доступна раньше только военным и инженерам, которые глубоко работали с наукой, пришла сейчас в сугубо мирные отрасли. Сейчас существует множество компьютеров с многоядерными процессорами и многопроцессорных систем. Это привело за собой активное развитие средств распараллеливания. На сегодняшний день существует множество... компиляторов, как проприетарных, так и свободных, для применения на них средств распараллеливания. Ну, здесь сейчас внимание на компиляторы, которые поддерживают все-таки OpenMP. Ну, здесь все компиляторы, кроме G95, поддерживают OpenMP. С ними, в принципе, можно ознакомиться. Они находятся в свободном распространении в интернете. В данной работе рассматривается набор компиляторов GNU Compiler Collection. Это свободный набор компиляторов, который является на данный момент кроссплатформенным. Его часто выбирают для написания кроссплатформенных программ, так как у него достаточно легко найти документацию и он свободный, имеется копипод. Особенность GCC в том, что он способен анализировать имена файлов и сразу определять, что с ними делать. Так, файл с расширением C, CC, CPP рассматривается как C, C++ файлы. Файлы с расширением F90, F95 рассматриваются как файлы языка Fortran. Отличительной чертой GCC является то, что в нем есть достаточно много уровней оптимизации. Если можно, зачитать. Вот, следует внимание обратить на ключи O1, O2 и O3. Есть также ключ OS, но это оптимизация по размеру файла, но не по быстродействию. В данной работе обращается внимание все-таки на быстродействие программ, нежели на размер исходного кода. В качестве инструмента для отладки с помощью GCC можно использовать открытый редактор Jemmy. Это кроссплатформенный программный продукт, который имеет достаточно гибкий интерфейс и автоматически определяет язык программирования, на котором написан код. Выделяет программный код в соответствии с синтаксисом языка. OpenMP или Open Multiprocessing – это открытый стандарт для распараллеливания. Он реализует параллельное вычисление с помощью многопоточности. Разрабатывается OpenMP несколькими серьезными производителями вычислительной техники. Контролируется компанией OpenMP IRB – Architecture Review Board. OpenMP очень долго в освоении,
Для него можно найти множество литературы по эксплуатации, также примеров. Опытным программистам осваивается за очень короткое время. Вот приведены результаты сравнения некоторых методов, которые мы исследовали. Мы исследовали решение системы линейных алгебраических уравнений методом простой итерации, методом Гаусса и умножение матриц. Но так как умножение матриц в фортране это встроенная функция, даже можно сказать оператор, а написание параллельной функции будет не повторит полностью этого оператора, то будет некорректным сравнивать этот оператор и параллельную функцию. Также в Fortran существует множество функций, которые вшиты и не поддаются распараллеливанию. Это часто усложняет сравнение C++ с Fortran, но в данном сравнении хотелось все-таки показать конечный результат работы программы, а не именно там время компиляции, допустим, или время работы некоторых участков программы. При малых размерностях видно, что Fortran считает быстрее, потому что его функции лучше отлажены и они писались давно, и туда даже сейчас не лезут опытные программисты. Но при больших размерностях затягиваются следовательные процессы, что видно и при параллельных вычислениях. То есть после 2000 C начинает немножко выигрывать Fortran. Что касается Fortran, многие считают, что это умирающий язык. Но этому можно противопоставить то, что, например, на сегодняшний день развивается множество не только свободных, но и проприетарных компиляторов, таких как Intel Compiler, Intel Parallel Studio, в которых также поддерживается язык программирования Fortran. Fortran также включен, вернее, средства отладки и компиляции Fortran включены в десятку лучших изобретений компьютерной науки 20 века. Метод Гаусса сравнивать очень тяжело, потому как он изменяет в ходе решения исследуемую матрицу, поэтому его нужно переписывать в другой массив. А функции присвоения в Fortran и C отличаются очень сильно, и поэтому результаты получились несколько странными. Но при серьезных вычислениях, в которых используется число с плавающей точкой, чаще всего выбирают все-таки Fortran, нежели C, так как C это более объектно-ориентированный, чем его математический язык. Также сравнивался проприетарный компилятор Microsoft Visual C++ 2008 с G++. Но если не учитывать несколько большую загруженность операционной системы Windows, нежели Unix-подобных систем, то по сравнению на 2000 и 5000 элементов в матрице, получились примерно одинаковые результаты. Это говорит о том, что G++, Compiler Collection на сегодняшний день это очень мощное средство для распараллеливания в совокупности с OpenMP, и оно практически ничем не уступает Microsoft Visual C++. Его можно активно использовать в науке и в учебе, и на сегодняшний день это, в принципе, довольно серьезная альтернатива проприетарным.
Дякуємо. Чи є питання? На рахунок того розпаралелювання, то програма має спеціально бути написана спеціальним чином, що от я вказую, от ту область я можу розпаралелити, а ту ні. Чи той компілятор робить так? Зрозуміло питання? Явно вказується області, тому що ніякої області просто не розпаралелювати. Ібо вони будуть проводитися, одно і то же, багато разів. В основном параллелится цикл. То есть интеракция строится между нитями. То есть оно параллелит между ядрами процессора. Да, между ядрами. В том случае, если у меня процессор одноядерный, что игнорируется, то есть программа будет работать, будет последовательно работать. Но тем не менее будет работать, будет работать корректно. Также можно учитывать количество нитей явно и неявно. Если просто без определенного явного обозначения количества нитей будет использоваться максимальное возможное. Вы сказали, что Fortran это живой и развивающийся язык, а кількість программистов на Fortran с часом росте. Чи спадає? Те, що є реалізації Fortran, і вони з'являються, це ще не такий важливий показник, як кількість роботи і кількість програмістів. Популярність кілька впадає, звісно, але все ж старі закалки учені до сих пор використовують активно Fortran, ну і відкликають частично молодих своїх. Але все-таки популярність є столько в CC, плюс Java, несколько выше. Я как сантер хочу. Давайте не будем забывать, зачем, кто программирует на Fortran и для каких задач он используется. Потому что сравнивать количество программистов, программирующих вычислительную математику, или которые пишут на C, наверное, просто их некорректно сравнивать. Потому что все-таки это очень специфический язык. Fortran. Fortran – это язык. Очень специфический язык, а Fortran как раз нормальный. Нет, я имею в виду, что все-таки не для всех задач, не все задачи пишутся на Fortran. Это задачи вычислительной математики. И нельзя сравнивать количество программистов, увеличивающихся или уменьшающихся. Это просто люди, занимающиеся определенными задачами. Моя думка, теж мої, хто кажуть, 5 людей, в нічному плані, що я теж колись починав Fortran і так далі, я думаю, в своїй області, а конкретно прикладної фізики, Fortran як мав достатньо великий процес, так і буде мати підвищений час. Фізика прикладна, computational physics і так далі, так далі. Там настільки величезні наробки, що ніхто їх не візьметься написати на C. От я сьогодні вже згадував GSL. Є той саме www.netlib.org. Це набір ще в старому Fortran 77-му написаних програм. Але це зібрано протягом 20-30 років, оці всі програми. І хоч вони були написані досить куряво, в такому стилі, з common блоками, ну, тими всіма багами, знаєш, Fortran, то якраз GSL – це спроба перевести ту всю наробку з C. І вони там, чим до позитивного я GSL так пропадую, тому що вони дали достатньо високорівневий опис матриць, ну, тобто чимось наблизились до Fortran. А Fortran лишається тою мовою. Якщо тобі треба щось просто порахувати, тобі треба Fortran. Ну, можна коментарі? Був в своє время хороший анекдот по поводу программиста на Кабуле, который писал патчи по исправлению ошибки 2000 года и в связи с тем, что мог как-то оценить качество собственных патчей, решил себя заморозить и счастливо пережить этот момент. Вот. Но у него там что-то не разморозилось, в общем, его разморозили в 10-тысячном году и сказали: «Здравствуйте, у нас 10-тысячный год, вот, у вас там в свое время когда-то там что-то такое случилось, не разморозилось чего-то, а вот у нас, тут мы смотрели старые анкеты и обнаружили, что вы знаете кого». Я что хотел сказать, они, наверное, не тот язык упоминали. А первый язык программирования Fortran, да? Ну, если это время значит, что первая операционная система у меня была только одну вещь. Если из пакета перфокарты ходила ключевая.
ви знову контролювали Фортран, а ми знову всі всіх розпочали Фортран, і починалися Фортран, і були готові. Було половину більше кончаєте, що когда ви заплатили, як ви закінчили з цього програму, що був? Да, був. От у мене є друга половина питання. В своєму дослідженні ви не... Чи не варто було б додати в порівняння Python з додатком NumPy для обробки множення матриць і, наприклад, таку мову високорівневу для розрахунків, як Octave? Octave не компілятор. Ну, не компілятор, но... А, ми говоримо о компіляторах. Некоректно сравнювати інтерпретатор з компілятором. По быстродействию просто это некорректно. Интерпретатор и компилятор. А в Питоне реализовано OpenMP? Не в курсе. Это не моя галузь, поэтому я... Ну, потому что, на мой взгляд, там нет реализации OpenMP. OpenMP на сегодняшний день, по-моему, кроме Fortran и C, была попытка реализовать его в Pascal ABC. Есть такая ростовская разработка. Но мы тут немножко побаловались с этим, запустили в Pascal ABC умножение матриц. Оно хорошо параллелилось, все было красиво, пока я с дуру не запустил его во Free Pascal. И оказалось, что Free Pascal немножко сделал распараллеленный Pascal ABC без распараллеля. То есть Free Pascal без распараллеливания считал быстрее, чем Pascal ABC распараллеленный. И у меня возникли вопросы. Когда я написал это в Ростов, они сказали, что они не посмотрят, что я делаю не так. Пока ответов у меня не было. Что я делаю не так? Ну я... Фрипаскаль запустил. А можно ответить на Ростов, как бы сравнивать менедж код .NET, который Pascal генерит, и нативный код Фрипаскаль, это тоже не очень корректно. Нет, я просто говорю о том, что OpenMP может быть в C-Sharp, там же C-Sharp в основе, как я понимаю, в Pascal ABC. Ну, он реализован на C-Sharp. На C-Sharp, наверное, просто... Может быть, OpenMP надо было как-то с другой стороны подходить Pascal, к распараллеливанию. Это учебная среда, и поэтому для обучения вполне... А, ну и у меня вопрос только про OpenMP. Там. Ну вот обучение OpenMP ведется вполне нормально, там не нужно быстро действовать. Ну а смысл, подождите, смысл OpenMP зачем? Чтобы научиться программировать с помощью программы OpenMP. Потом вы можете программировать на C, на Fortran, на... А зачем учиться на том, чтобы распараллеливать, что работает... Ну, это все равно, что спросить, зачем вообще разрабатывать учебные среды. Нет, я говорю сейчас не об учебной среде, как учебная среда Pascal ABC идеальная среда, очень хорошая среда. Я только про OpenMP этот вопрос уберу. Ну, для обучения. Речь-то перенести в кулуары, тем больше кулуары... Соціальні кавою у нас дуже реально. Після закінчення секційного засідання ми переходимо в деканат і далі п'ємо каву чай. Правда, я думав, що ще й сирник буде, ну, прорахувати. Так, в мене є пропозиція завершити обговорення доповіді і перейти до наступної